Да, вы правы. Вы правы, этот гол быстрый. Я как тренер и кричал, и мы говорил в перерыве все это самое. Но послушали. Наверное, не все, скажем так, меня послушали. Видите, ну футбол тем и прекрасен. Видите, что зрители собрались, 2-2 сыграли. На этом, если бы никто не ошибался, играли все время 0-0. Угу. И нереализация момента, вы же сами все видели. Столько выходов один на один не могут просто забить элементарно. Профессиональные футболисты очень хорошие в нашем уровне, не могут забить. Не знаю, с чем это связано, даже не могу вам даже ответить. Угу. Скажите, пожалуйста, насколько важно, вот вы сказали, что не все послушали, для тренера быть услышанным игроками? Очень важно. Угу. Это самое главное, что есть. В футболе, скажем прямо. Я с ними работаю 3 дня всего лишь, но я многих знаю, ребят. Ну, мы будем продолжать играть. Как вы оцениваете игру крайнего защитника, да, сборной Казахстана Валиуллина, который один создал столько проблем? Имеете в виду слева? А? Да. Ну, вот так. Ну, как можно оценивать? Молодец парень. Полностью переиграл нашего правозащитника. Ну, он сам наш игрок, очень расстроен, сидит, понимаете, да? Тоже его обвинять всегда, нельзя обвинять одного человека. А те, что выходили один на один, почему они не забивали? Вы понимаете, футбол – командная игра. Тут не реализовал, тут не добежал, тут это. Поэтому вы понимаете, о чем я говорю. Дякую. Да, спасибо.